Новый год – время чудес. В них особенно нуждаются ребятишки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Елки желаний появятся в торговом центре «Красная площадь» и гипермаркете «Магнит». Возле елок будут дежурить волонтеры, молодежные активисты. Незатейливые просьбы, которые малыши написали Деду Морозу, не требуют колоссальных трат. Говорящая кукла, теплая куртка, сандалии или просто сладкий подарок. Каждый может стать немного волшебником и осуществить заветную детскую мечту. Достаточно снять с елки желаний открытку в виде снегиря, приобрести ребенку подарок и передать его волонтерам.